И это финал шоу «Новые танцы». В каждой из четырех категорий осталось по три участника. Именно они борются за статус лучшего в своей категории и приз 1 миллион рублей. А кто станет победителем тройных батлов, решат члены жюри. Мега популярный Егор Крид. Спасибо, что с нами. Спасибо, давно не видели. Мудрый Егор Дружинин. И постоянный член нашего жюри Мигель. Как и в прошлом этапе, при равенстве голосов исход противостояния решат зрители в зале. Победители сегодняшних батлов получат не только денежный приз, но и путевку в суперфинал, который состоится через неделю. Ну что же, мы начинаем. Поехали! Ну что, друзья, финал, дуэты. Да. Поехали. Ой. Ой. Я приглашаю первую пару на эту сцену. Здорово! Всем привет! Мы танцевали свои танцы. Было весело. Да, это самое главное. А, вы бывшие? Да, бывшие. Сколько вы встречались? Почти 8 лет. Ну, вообще, этот проект мы пришли по фану. Ну, несмотря на это все, выиграть же хочется. Ну, да. Все. Надо просто остановиться и порадоваться, что мы уже в финале. Это уже невероятно круто. А выиграть в своей номинации – это безумно круто. Не знаю, как будет судить жюри, будет сложный выбор. Блин, вот вообще неинтересно, если честно. Главное – круто выступить. Остальное вообще неинтересно. Вот мне неинтересно. Ты, ну, я говорю за себя, пожалуйста. Ну вот видите, у нас все, конфликт видишь, в паре уже. Я говорю за себя, а ты… Бешеный конфликт в паре. У нас как-то мы не синхронизируемся, рассинхрон. Лишь бы не рассинхрон в танце. Ну, я думаю, после проекта мы уже не будем делать дуэты вместе. Пам-пам. Сейчас об этом. Да. Егор,
Я словил паничку, мне кажется. У меня сердце стучит 140. Я волнуюсь. И не знаю, как вы переживаете, как вы волнуетесь. И как вы справляетесь со своим волнением, чтобы вот здесь сейчас первыми выйти на сцену, открыть финал. Вы уже прошли большой путь. И надеюсь, то, что пройдете и дальше. И возьмете сегодня лямчик в карманчик. Окей. Спасибо, спасибо. Поздравляю. У меня такой вопрос. Егор, как тебе песня Тимура? Мне? Да. Ну, такое. Не, мне понравилось, правда. Все, мне кажется... Все сложилось. Сгенерировалось в одно, и очень круто сработало воедино. В общем, супер, класс. Спасибо. Мигель? Ну, это дико круто на самом деле было, потому что... Отсюда ты отстал жюри, например, от меня не видно то, что это прям стена между вами. Но я понимаю, что стена между вами. И то, что вы так синхронно двигаетесь, не видя друг друга. То есть у меня не было ни одного, в принципе, замечания по поводу того, как вы это делали. Это было очень красиво. И на таком уровне постоянно держаться, вы достойны финала, молодцы. Егор. Мне кажется, сейчас неуместно устраивать какой-то анализ того, что мы... видели на площадке. Это, безусловно, прекрасный уровень. И теперь все зависит даже не от того, как вы станцевали, а от того, как станцуют другие. Поэтому давайте дождемся, как станцуют они, и тогда уже расклад будет понятен. А давайте. Спасибо. Ребята, спасибо. Это было достойно. Все, спасибо. Выходи за меня. Нет. Это финал шоу «Новые танцы». Каждая из четырех категорий осталось по три участника. Именно они борются за статус лучшего в своей категории и приз 1 миллион рублей. Победители сегодняшних батлов получат не только денежный приз, но и путевку в суперфинал. Я приглашаю на эту сцену вторую пару. Удачи, ребята! Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер. Будет контент? Будет покорение ваших сердец. Батл прошел хорошо, но можно было бы лучше. Всегда можно лучше. Ну, куда лучше, чем 3-0? Даля и Сергей выходят в финал. Может быть, мы единственные, которые всегда выиграли 3-0. Я сегодня себя впервые за весь проект поймал на волнении. В общем, сейчас я ощущаю настоящий батл. То есть у меня не было волнения ни перед кем из соперников во все предыдущие круги. Возможно, у ребят из-за отношений есть чуть больше, ну, например, доверия, либо понимания поведения друг друга, но я не думаю, что на сцене это имеет решающую роль, ну, кроме, может быть, какой-то искры в глазах, да? У нас есть плюс. Нам с Галей нечего делить. Если мы были когда-то в отношениях, я бы ей что-нибудь припомнил. Мы существуем как две творческих единицы в полнейшей гармонии в зале, а потом такие... Все, пока, Галь. Увидимся завтра в зале. В финале надо быть собой. Мы с Галей многократно говорили про то, что мы совершенно не похожи технически друг на друга и характером. Наш грядущий номер про то, как важно уметь слышать и видеть глазами другого человека в момент разговора, в момент принятия каких-то решений.
Галя, надо сказать, очень концептуально для финала. Давайте начнем обсуждение с Егора Дружинина. Мне понравилось очень. Мне кажется, это было стильно, это было умно, это было на каком-то таком расслаблении правильном. Ребята явно получали удовольствие от того, что они делают на сцене, а если учитывать тот стресс, который они сейчас испытывают, мне кажется, это дорогого стоит. Я ваш поклонник. Спасибо. Егор, как тебе? Мне понравилось все от начала до конца. Понравилось, что это было мега концептуально. Понравился номер, понравилось световое решение, тяжелый дым. Танец в основном это как музыка, как панч. Должен быть панчлайн, чтобы ты отреагировал. И также и в танцах есть вот у вас какие-то элементы, на которые я реагировал, которые вызывали внутри меня эмоции. А, все, словарный запас закончился. Спасибо. Это было круто. Спасибо большое. Мигель. Очень концептуально. То есть я в какой-то момент настолько сильно увлекся и движением, и запутался в истории, что чупа-чупс для меня оказался вообще неожиданным. Я так, окей. Но как бы если ребят воспринимать такими, какие они есть, то это отличный и шикарный номер в их исполнении. А мне какими еще нравится. Можно? Ну, я не... Нет, стоп, секундочку. Ну, ребята же танцуют что-то другое, они что-то делают же, но не только космическую козюлю ловят каждый раз, правильно? Ну вот, и поэтому я считаю, что это отличная, крутая работа. Молодцы, круто. Спасибо большое за мнение. Ну что, спасибо. Ну что, я приглашаю третью пару на эту сцену. Я не знаю, кто вы такие, с какой вы планеты, но то, чем вы занимаетесь, это просто ваше призвание, ребята. Это очень красиво. Я мечтаю, чтобы моя дочь танцевала так, как вы. Ту энергию, которую вы приобрели в отношениях, вы ее отлично сейчас используете. Это выглядит настолько правдоподобно, что веришь вот в каждой секунде вашего танца. Подожди, вы встречались? Да, 4 года. И давно расстались? Чуть больше года. Назад мы расстались. Подожди, ну, я извиняюсь, у тебя есть парень? Да. И у него есть девушка. И все прекрасно. Вы на проекте вместе, она где-то там сейчас, ну, где-то. Дома смотрит нас по телевизору. Потрясающе. У Сагдианы, ну, вот максимально адекватный молодой человек, который ее поддерживает в этом смысле, нас отсюда иногда забирает. Знаешь, что я сейчас... Чего? Вдвоем вас? Да. Везет в машине? Везет в машине, да. Я сижу там такой, залипаю в телефоне, все, мы обсуждаем, как прошло там. Все. Очень. Я не знаю, вообще бывает ли такое, но вот как-то так получилось. Сейчас мы подошли к следующему номеру очень серьезно и ответственно. Вплоть до того, что мы даже сделали специальную музыку. И нам написали песню для этого номера. Небольшой эксперимент душевного аргентинского танго. О чем эта песня, о чем танец? Песня про отношения между мужчиной и женщиной. Про наши отношения конкретно, если... На таком, на надрыве немножко. То есть это танец про расставание? Да. Боюсь, остановится.
Дмитрий и Согдиана. Это восторг. Ни одного подшага. А можно еще? Как так? Можно. Я поражаюсь тому, что нету ни одного лишнего движения у вас. У вас все рассчитано настолько четко, что даже волосы у Согдиана, они ложатся как-то так, типа, в счет. Раз, два, три. И ты смотришь, да, на это, думаешь, и что с этим, как, вот как это, в принципе, можно оценивать? Мне показалось, что номер был коротким. Как будто вы нам дали попробовать какой-то экзотический фрукт, но мы его не успели распробовать как следует. И дверка чуть-чуть только приоткрылась, и все, а тайна за ней осталась неразгаданной. Может быть, так оно и надо, я не знаю. Это такая загадка, типа, рассмотрите нас в гранд-финале. А мне было очень даже достаточно. Самое важное – это эмоции, правильно? Ребята вызвали эмоции. Ребята вызвали эмоции. Ощущение было, что они танцевали про себя. У меня были мурашки. Спасибо, спасибо. Ну что, друзья, спасибо вам за этот путь. Я приглашаю ваших конкурентов. Вот он, красивый финал. Сейчас мы узнаем, кто из вас заберет 1 миллион рублей. Поехали. Начнем с Егора Дружинина. Мой выбор — Галина и Сережа. Галина и Сережа получают 1 голос. Мигель. Твое решение. Ой-ой-ой, привет. Никита, Люба, мне очень сильно понравилось. Особенно учитывая ту декорацию, в которой вы работали, да, меня это прям удивило. Думаю, вау. А Галя с Сережей странные, красивые, непонятные. Я, в принципе, фанатею от такого. Это было технично, это было хорошо. Я вас люблю просто. Вы, Дмитрий и Согдиана, вы настолько точны, идеально выверены, и плюс еще так глубоко проживаете все те истории, которые вы нам преподносите, что ну, вам нет равных. Мне несложно делать сегодня этот выбор, и сегодня он будет для меня лично самый неожиданный. Но я сегодня делаю вот так. Все зависит от решения Егора Крида. Егор, твой выход. Да, спасибо большое. Сложный выбор. Друзья, дайте, я не знаю, шум, я что-то переживаю. Егор, мы ждем. Ладно. И это честно, друзья мои. Мне кажется, что в финале выбрать лучшую пару этого сезона должен наш зритель. Ну что же, достаем телефончики. Сейчас очень интересно. Да. Ну что, зал проголосовал. Внимание на экран. Ой-ой-ой. Thank you.
нет ощущения, что мы проиграли. Есть ощущение, что выиграли ребята. Поэтому очень круто. На самом деле, очень такое странное ощущение. Хотелось еще. Хотелось еще пару раз. Еще хотелось. Поэтому пока я не понимаю. Но мы не все рассказали. Не все рассказали? Там есть что еще сказать. Простите. We run on the air. С людьми. Вау! Это раз, ты держишься за лицо. Ну, как было? Было просто обалдеть. Ну, я горжусь. Вот сложно сказать. Путем. Давай, говори, путем. Говори. Путем. Говори. То, что мы прошли хороший путь, на мой взгляд, с Галей. Мы в начале этого проекта много танцевали вместе, но в совсем другом формате, более театральном, меньше концентрации. И нам приходилось немножко учиться друг у друга. И вот сейчас ощущение, что вот к четвертому номеру мы многому научились и... Да ну, ребята, вы шутите? Вы первые победители первого сезона «Новых танцев» в сегменте дуэт. Вообще, вы понимаете? Сейчас осознание, вот оно, мне кажется, придет только через, ну, не знаю, на завтрашний день, может быть. Завтра репетиция. Завтра репетиция, уже следующая, да. Нужно придумывать новый концепт. Первый сезон шоу «Новые танцы» еще не закончился, но уже совсем скоро стартует кастинг нового сезона. Заходи на сайт ТНТ Онлайн, заполни анкету и стань новым участником проекта. Мы ждем новых танцовщиков для «Новых танцев». Стоять, кого-то! Стой! Никитос? Саня Белев, 20 лет, братан! Ты про Фаберже знаешь что-нибудь? Короче, у нас в Краеведческом уже полгода его яичко пылится. Есть один человечек, он за это яйцо готов нормальные бабки выловить. А конспирация? Мы ничего не должны знать друг о друге. Рассказывайте, Самуил. Ина, раз, два, три. Вы кретины и дегенера. Давайте дальше. Вдох, выдох, малыши сейчас. Отлично. Ага. Хорошо, отлично. Ой, малыши. Малыш, ну, тебя было не остановить. Никита. Ульяна. Я тебя поздравляю. Спасибо. Мы с тобой вместе с первого интервью. Да. Все, я тоже чуть-чуть к этому имею отношение. Кайф. Я вообще не волнуюсь, потому что моя цель уже выполнена, это пройти финал. Цель-то достигнута. Надо еще дальше новые цели ставить. Да. Вот у меня и новая цель – выиграть. Ты получишь миллион, если ты сейчас пройдешь. Да, я знаю. Че купишь? Маме отдам. Маме отдашь? Помогу маме, да. Мама просто… Я маму не вижу почти что каждый день. Она то работает. Ты хочешь, чтобы я сейчас расплакалась? Нет. Мой мальчик, ты уже такой взрослый. Да какие тут обнимашки. Я не буду желать тебе удачи. Я буду с тобой просто все это время. Понятно? Угу. Все. Мы вместе же. Мы команда. Все, пошли. Пошли тренироваться тогда. Угу. Thank you.
финалист Бибой Малыш. А помогали ему Снупи Крю. Девочки, спасибо. Смотри, я, ты уже на тачке с девчонками, да? Так и хочется сказать, вот что шоу-биз делает с детьми. Как настроение, Бибой Малыш? Отлично. Чувствуешь, что финал? Да. Как думаешь, победишь? Ну, я очень сильно постарался, и я думаю, то, что хочу, чтобы я выиграл. Установка понятна? Классное выступление. Это было технично, мило, весело, задорно. Самое главное, когда ему будет как нам лет, чтобы он смог это повторить. Да, сохрани эти данные, пожалуйста, сохрани. Занимайся, да, не бросай танцы. Я никогда не брошу. Молодец. Мигель. Я даже не знаю, что добавить. Все было круто. Выезд крутой. Трюки, как всегда, внутри крутые. Там один был элемент такой, что я прям аж вот так вот сделал, потому что я не понимал, как это можно какой? Было. Да, когда он долго... Покажи. Да, покажи. Давайте послушаем Егора Дружинина. А что тут говорить, друзья? Мне кажется, слова излишние. Спасибо. Я согласен со всем, что сказали ребята, кроме того, что единственное, с чем не согласен, это с тем, что это было мило. Это не было мило. Когда ты начинаешь танцевать, все подозрения о милоте сразу исчезают, потому что это классно, это очень профессионально. Удачи тебе, дорогой мой. Спасибо большое. Удачи тебе. Отпускаем тебя, но ненадолго. Дави на газ. Молодец. Вообще пропрыгнул там вообще. Круто. Особенно в конце. Да. Ты мой маленький котеночек. Спасибо. Теперь будем ждать результата. Арина, привет. Привет. Поздравляю. Спасибо. Ты здесь, я здесь. Мы в одинаковом. Я обычно именно в свои номера вкладываю какой-то образ, а в этот раз именно поставила нас на внутренних переживаниях. В этом номере я вдохновила своей историей, своими переживаниями. Я хочу посвятить этот номер тем, кто сталкивается с хейтом, с буллингом, и что нужно идти дальше. Ты вроде хочешь быть для всех хорошей, вроде ты не делаешь ничего плохого. А все равно меня часто хейтят, хотя я просто не вижу причины на это. Но это ее и ведет вперед. Это ее и не останавливает. Но я все же не собираюсь никак меняться. Я до конца иду такая, какая есть. Я разобралась в себе, и я понимаю, кто я есть, что я делаю, что я танцую. Вот, поэтому то, что другие люди думают обо мне, это не равно то, что я думаю о себе. Можно я тебя обниму? Конечно. Спасибо большое. Просто это было очень трогательно. И ты классно танцуешь. Спасибо.
категории «Дети» Крош Буги. И эти аплодисменты тебе, девочка. Егор, как тебе? Ну, я так понял, что это «Черный лебедь». Здорово, что ты нашла свой собственный язык, которым ты можешь рассказать историю, которая до этого рассказывалась только балетным языком. Спасибо. Егор Крид. Сколько здесь было стилей? Я давно уже перестала свои номера подразумевать как полностью чистый паппинг, потому что, по сути, я могу танцевать все. Вот, и я просто доношу свою историю. Заявленница. Есть такое. А, смотри как. Ну что, Мигель? Хотел бы дать тогда один совет. Мне бы очень бы хотелось, чтобы все остальное, что примешивается в твой танец, помимо тех стилей, в которых ты плаваешь, как в воде, да, смотрелось все-таки на одном уровне. Потому что в данном случае я очень сильно вижу, вот этот материал твой, ага, а вот этот материал ты пробуешь. И вот чтобы это все смотрелось единой конвой, то есть как бы ширины движения, мне не хватало в некоторых моментах, где я понимал, что она нужна, и она у тебя есть. Поэтому в данном случае мне бы хотелось балансированную постановку увидеть. А то, что касается того, что ты делаешь, и то, что твое призвание в фламе паппинга было идеально. В некоторых моментах я прям аж взвизгнул, как было круто. Спасибо, я запомнила, спасибо. Спасибо. И я предлагаю вам скидку, как первому клиенту моей новой компании. Как быстро я могу увидеть сумму? Буквально 2-3 дня после перевода. Хватит! Простите, я не вам. Большие деньги, Дима. Когда отдашь-то? Ну как я могу отдать, если я не помню ничего? Меня извините, но дело тут не в алкоголе. А ты обманщик, Дима. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих? Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих. Ну что, приглашаю третьего участника этого батла на эту сцену. Костюм бомба. Привет, Катюш. Когда она нам прислала видео для кастинга, она не вкладывалась там на все 100, как вкладывается на сцене. Но и тем не менее, на том видео мы что-то в ней разглядели, что-то такое, ну, неординарное. И сработало. То есть, по факту, она приехала и танком прошлась. Ну, вообще, много людей писали. Писали то, что очень понравился мой номер. Ну, это приятно, но не совсем привычно. Вне сцены это очень скромная маленькая девочка. На сцену выходит, это огромный артист. Я давно не видела человека с такой манерой танца, который настолько раскрывается в танце. Сначала я, наверное, пришла именно показать свое творчество. Но потом уже, когда я начала проходить дальше, возможно, вот у меня появилась цель показать себе то, что вот я могу пройти далеко. Итак, кто пройдет в финал, решат наши зрители. У нас получается сейчас батл из трех абсолютно разных персонажей и визуально, и по технике, по материалу. Каждый из нас вот на проекте лучший в своем стиле. Среди них троих, скорее, наверное, темной лошадкой Катя Тужилина. Потому что из-за своей закрытости, мне кажется, у нее очень сильная эмоциональная составляющая того, что она делает. Мне кажется, она из таких танцовщиц, которым могут встать, смотреть тебе в глаза и съесть этим. Вот это ее сильная сторона. Она может завладеть ситуацией, ввести в свою атмосферу.
Вот то, что она может. Очень понравилось. Я контент сам по себе не очень люблю, но вот в твоем исполнении мне очень понравилось. Я тебя еще помню в тот раз, когда я приходил. Ты умница. Очень по-взрослому и со вкусом. Спасибо большое. Егор Дружинин. А вот скажи мне, пожалуйста, все ли у тебя получилось сейчас? Давай честно. Да, я считаю, то, что у меня сейчас все получилось. У меня, вот, положа руку на сердце, ощущение, что либо номер делался на скорую руку, либо ты переволновалась, либо что-то пошло не так. Я же видел тебя несколько раз, и ты мне очень нравишься. Мне нравится и то, как ты относишься к делу, и то, как ты себя ведешь на публике, и то, какая ты независимая, свободная. Но если ты хочешь быть настоящим артистом, то, конечно, тебе нужно не только создавать образ, но и заставлять его жить на сцене. Мигель, подытожишь как-то? Да, во-первых, я тебя поздравляю с тем, что ты дошла до финала. Да, спасибо. Ура! Ты скромница невероятная, техничная очень девочка. Все было очень хорошо. Ну, не скажу, что очень хорошо, было прикольно. Хороший номер. Поэтому я тебе желаю только лишь удачи. Сейчас все решится. Вот посмотрим, как оно решится. Поздравляю тебя. Спасибо. Друзья, это финал в категории «Дети». И наши дети такие прекрасные. Такие разные номера. Такие разные эмоции. Но кто-то из вас сейчас один пройдет в суперфинал. Егор Крид первый. Я фанат паппинга и небольшой фанат контемпа. Но Катина искренность и скромность меня вот в сердечко бьет, поэтому я за Катю. Егор Дружинин, твое решение. Я решил проголосовать
отталкиваясь от принципа чистого танца. И в данном случае мой голос уходит малышу. И твой малыш получает голос от Егора Дружинина. Ну что ж, Мигель? Это мое личное мнение. И сейчас я хочу судить только лишь о том, как был станцован и насыщен номер хореографии, поскольку мы говорим о танце. Ну что, зрители, ваше время пришло. Достаем телефончики и определяем победителя этого батла. Друзья, я напоминаю, это финал. У нас есть результат. Все, внимание на экран. Все закончилось очень хорошо. То есть сначала я не ожидала даже то, что пройду во второй тур. Вот потом уже была чуть поувереннее. Вот поэтому финал моей категории для меня – это очень хороший результат. Ну что, вы готовы, уважаемые наши? Соло? О, да. Я приглашаю первого участника на эту сцену. Она очень уверенно идет по проекту. Она четко понимает, что она делает свое дело прекрасно, сильно, мощно. И предыдущие этапы она четко взяла, вышла, сделала, победила, ушла. И сейчас финал. И я рада, что я именно с Гео, с Виталиком. Насколько мы все разные, но насколько мы друг друга знаем, во-первых, много лет. Мы все много лет дружим, восхищаемся творчеством друг друга. Мы с ней знакомы с первого сезона. Что она из себя сделала в плане профессиональной танцовщицы, это, конечно, просто вау. Она выработала свой почерк, который очень отличается. Это для любого артиста супер важно. Ильяна Копцева, королева эстетики. Красивое танцевальное блюдо. Вот она вышла от начала до конца. Все идеально, все бум. Я думаю, у Ильяны есть одна цель вообще по жизни – побеждать. Она идет ступенька за ступенькой дальше, и ей реально ничего не остановит. Ну, у меня всегда цели масштабные, наполеоновские. Конечно, безумно приятно быть победительницей в номинации «Соло». Но я с удовольствием поборюсь за шанс стать победителем всего проекта. И, по крайней мере, я уверена в себе и уверена в том творчестве, то, что я преподнесу. То, что будет сейчас, в финале, я могу сказать, что это, наверное, самый мой лучший номер за всю мою карьеру.
Егор, Крид, как тебе? Настолько хороша? Очень. Это было сексуально очень, во-первых. Во-вторых, супер пластично, технично и все, что можно сказать о танцах. Мне очень понравился номер от и до. Спасибо, Егор. Мигель. А мне понравился твой образ очень. Мне понравилось то, как ты умеешь управлять своим состоянием на сцене. Спасибо тебе большое. Спасибо, Мигель. Егор Дружинин. Я хочу сказать тебе какие-то не пустопорожние, а какие-то правильные слова, но смогу, наверное, это сделать только после того, как выступят другие участники. Хорошо? Хорошо, спасибо. Юлиан, ну я от себя скажу, ты королева этой сцены. Лисан, спасибо огромное. Это взаимно. Браво. Спасибо вам. Спасибо вам большое. На сцене шоу «Новые танцы. Талант и красота всегда вместе». Чувствовать себя уверенно и блистать нашим участникам помогает официальный стилист проекта «Эстель». «Эстель. У красоты есть имя». Смотри в воскресенье. Весь день. Три фильма о нечеловеческой любви. Иди к бабушке. Ты еще жив, любимый? В 12.40 мистер и миссис Смит. В 15.00 сумерки. В 17.30 сумерки сага затмение. Стреляешь ты так же плохо, как готовишь. В воскресенье. Весь день на ТНТ. Ну что, друзья, хороший темп, давайте его сохранять. Я приглашаю на эту сцену второго участника этого батла. Я на самом деле даже уже не особо помню начало новых танцев. Это было как будто год назад и как будто позавчера. Ты наконец-то дождался важного. Ты можешь прийти с тем, в чем ты силен, и не меняя это, двигаться к победе. Я уверен, что этот проект для тебя, и в этот раз все будет хорошо. Я шоумен. Не кайфует, наверное, от того, чтобы просто выйти в подобном шоу и вот там футболочки станцевать. Он кайфует что-то изобретать. Крутой чувак. Не могу сказать, что он эпатажный, но как-то он всегда чуть-чуть эпатирует. То есть вот эти его яркие образы крутые. Как он себя подает, ну и, конечно, то, что он делает в своем стиле, я считаю, что это уникально. Мне нравится, что он постоянно что-то исследует. То есть он не повторяется, и он развивает стиль. Я очень уважаю Виталика Савченко и Копцева. Они мои приятели, мы очень много вместе время проводили. Они крутые профессионалы. Все. Но когда ты на сцене, ты перестаешь быть приятелем, другом. Потому что кто-то пройдет дальше, а кто-то нет. То, что у меня внутри сейчас, это, вот так скажу, это чуть-чуть сильнее, чем то, что внутри у них. Это моя площадка. Когда я выхожу на эту сцену, это не передать ничем, это ощущение. Это вот то, ради чего я живу. Я даже не знаю, что будет делать, когда это все закончится. Это жесть.
Мне очень понравилось то, что Гео вышел без в маске. Я понимаю, что это какой-то сериал, да? Да. Типа по мотивам чего-то. Мне понравилось то, что когда Гео выходит на сцену, он очень сильно заполняет пространство, и энергетический выплеск у него происходит через лицо. И ты иногда не можешь оторвать от него взгляды, потому что, понимаешь, вот здесь вся история живет, а тело, да, само собой, но оно ты как бы, ну, перетягивает на себя. И в данном случае мне очень понравилось то, что я полномера наблюдал действительно за тем, как ты двигаешься. Это было очень круто. Егор. Скажи мне, это рандомный какой-то номер у тебя на груди? Почему вот... Это номер моего кастинга. Ага. Эпохально. Ты все в игре, вот Егор. Ты не можешь, ты знаешь, тебе надо обязательно как-то эпохально зайти. Так, тут номер моего кастинга. Но номер был оригинально придуман, и те, кто смотрели сериал, прямо увидели стадии игры. И мне понравилась придумка. Она такая простая и так хорошо работает в конце с прыжками по стеклам. Молодец, он здорово собран, этот номер. Егор Крид. На самом деле уже все сказали, но чуть-чуть, наверное, чего-то добавлю. Круто, актуально, классное переодевание из чувака, который убивает в того, кто... В жертву. Делает, да, в жертву. Правильно сказали, что ты занял сразу все пространство сцены. Еще раз респект за то, что это фристайл. Спасибо. Спасибо большое. Я приглашаю на эту сцену третьего участника. Это финал, друзья. Здравствуйте. Виталий, лямчик готов забрать? Нет? Да. Правильно. Вот так. Но ты же не ради этого танцуешь. Конечно, нет. Ну, на вопрос просто ответил, да. Правильно. Чтобы быть вежливым. Меня зовут Гео, мне 29 лет. Меня зовут Юлиана, мне 29 лет. Я Виталик Савченко. Нам всем троим 29 лет. А, да? Реально? Ого, прикольно. Серьезно? Три двойки, три девятки? Интересно. И что это значит? Астрология какая-то или что? Они сейчас все, наверное, в таком возрасте, когда они поняли, как работает их тело. Осознанность своей формы, своего тела, своих возможностей и не разбрасывается целями. Ну вот у нас, по сути-то, в основном в финале, ну вот сейчас вот ребята все стабильные. Это действительно прекрасный возраст для танцовщика. По крайней мере, я сужу по себе. Скажу честно, что сейчас я себя ощущаю в самой лучшей физической форме. Гораздо лучше, чем 5 или 10 лет назад. Про себя могу сказать, что да, вот я в пике в своем физическом и даже почему-то стал эмоциональным. Именно в третьем этапе я приблизился к своей цели, которая у меня была на проекте. Мне всегда хотелось, чтобы был какой-то, знаешь, что-то вау-эффект, чтобы вот так вот в унисон с залом. Я сейчас говорю, у меня шурашки идут, чтобы типа, знаешь, чтобы я понимал, что я держу зал. Вот это я понял с первого движения. И сколько я танцую на различных проектах, никто никогда не вставал. И вот в этот раз так получилось. Первые два этапа для него были вот сложными. Он пытался доказать себе, он пытался доказать всем вокруг, что он лучший. То на третьем этапе мне почему-то кажется, что он наконец-то просто понял. Он понял, что это за сцена. Он понял, как это работает. Он ее присвоил себе. Я думаю, что он ее теперь не отдаст. В следующем моем номере как раз это мне и поможет. Не желание всем рвать на себе одежду и доказать, что вот он, я лучший, а там желание получить удовольствие и вспомнить, что я, в принципе, занимаюсь этим делом не только ради того, чтобы сказать всем, что я лучший, а ради того, чтобы мне это нравится. Kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my heart. Oh.
Я смотрел какую-нибудь заглавную сцену в какой-нибудь мелодраме. Круто! Мигель. Я вдруг в какой-то момент увидел тебя таким, каким очень давно не видел или вообще никогда не видел. То, как это сделано, к этому не может быть никаких претензий. А так это все идеально станцовано. Все было супер. Спасибо, Мика. Егор Дружинин. Знаешь, что мне очень нравится в том, что ты делаешь? Что отличает тебя от многих и многих танцовщиков? Конечно, ожидаемо, что в финале ты выйдешь с зажженным факелом, будешь всех рвать на части и будешь провозглашать, что ты танцуешь лучше всех. А ты продолжаешь как бы свою историю рассказывать со всеми ее плюсами и со всеми ее минусами. По крайней мере, я вот эту драматургию прочитал именно так, и она мне очень нравится. Спасибо, Игорь. Ну что, а я приглашаю твоих конкурентов. Вот они, три финалиста первого сезона новых танцев. Ну что, переходим к решению. Очень сложно три крутейших профессионала, три крутейших танцовщика. Пацаны, ну вот я отдал ей уже свое сердце, оно у нее, поэтому мой голос за Юлию. Мигель. В тот момент Юлиан когда-то встал вот на каблуки вот так, вот я думал, а, вот оно новое началось. Мне действительно чуть-чуть не хватало какой-то новой формы. Я знаю, что ты способна изобрести. Вот ты прям на пути того, чтобы открыть и сделать какое-то открытие. Я очень сильно в тебя верю, ты большая молодец. Виталик, мне очень сильно нравится, что то, как бы тебя не хвалили, ты не веришь в свое совершенство. Те комплименты, которые льются на тебя сверху, ни грамочки не портят тебя и не могут тебя сломить. Мне это очень сильно нравится, за это прям топлю. Это супер. Гео. Сегодня я был убежден в том, что, ну, блин, ты супер-пупер-трупер танцовщик, который невероятно крут, и ты един на сцене. То есть я не могу сказать, что что-то вот у Гео здесь лучше, а вот здесь вот хуже. Нет, это единое, одно сплошное удовольствие смотреть на то, как ты двигаешься. Ой. Егор Дружинин. Ну, я начну с Юлианы, потому что я обещал ей сказать какие-то слова после выступления всех участников. Я думаю, что ты очень хороший хореограф. Ты отлично, филигранно создаешь образ на сцене. Виталь, я не отношу себя к твоим поклонникам, фанатам,
Но я искренне считаю, что ты был достоин своей победы еще в первом сезоне проекта «Танцы на ТНТ». Гео, я поздравляю тебя с тем, что ты в финале. И я хочу тебе сказать, что ты на потрясающе качественном уровне представляешь очень честно свое направление. Из вас троих я остановлю свой выбор на том, кто мне кажется заслуживает этого уже давно. Я буду восстанавливать историческую справедливость. Виталик. Виталий Савченко стал победителем в категории соло. Ты как? Я хорошо. Как было? Да все хорошо. Я очень довольна своим номером, правда. Все удалось. Хреново очень. Ничего не знаю, ничего не могу думать. Не хочу ни о чем думать сейчас. Блин, я тупо не знаю, что говорить. Какие вещи? Ну, тут, знаешь, вообще такое, но... Ой, не знаю, что говорить. Я даже шокаю уже. Не знаю, что говорить. Блин, ты финалистка первого сезона. Да, да, безусловно. Единственная. Безусловно. Я тебя поздравляю. Спасибо. Я тебя поздравляю с тем, что спасибо. Ты просто роскошна. Спасибо. Так, знаешь, все равно, когда ты к чему-то очень долго идешь, когда ты получаешь какую-то маленькую ступеньку, тебе кажется, что уже этого мало, но ты еще больше. И так всегда, знаешь, что ты очень сильно хочешь, получаешь, ты уже забываешь, что ты этого хотел. Видимо, я сам виноват, наверное. Причина только во мне. Ни в ком. Только я виноват. Безумно обидно. Я никогда в жизни так сильно не расстраивался, как сейчас. Каждый баттл в нашем шоу – это настоящий вызов. Иди вперед и открывай в себе новые грани с карты «Халва». Одна карта на все случаи жизни. Подробности на halvakart.ru. Если ты считаешь, что все это ради денег, тогда мы можем не разводиться. В понедельник в новой серии. Нафига мне эти бабки, если у меня нет тебя? Что выберет Кристина? Старые отношения или новую любовь? Выходи за меня. Да у нее дар речи пропал после твоих слов. Ты ж посмотри, ты ж тут всех уделал. Красава, зачет. «Универ» 10 лет спустя. В понедельник в 8 вечера на ТНТ. Dance with me, bounce. Что, друзья мои, я напомню, это финал. И в борьбу вступают команды. Вы готовы? Да. Мне кажется, изначально мы вообще боялись. Ну вот реально то, что как воспримет нас зритель. Да потому что мы привыкли к тому, что мы ходим на этих стрипах, на нас смотрят как на отшельников. Как бы не воспринимают нас как танцоров. Каблуки, вот мы такие. Стереотипы. Да, стереотипы. Но в итоге получили такую армию поклонников. Да. Не побоюсь этого слова. Мы увидели, что зритель нас понимает, судьи нас понимают, и появилась надежда, что у нас тоже есть шанс победить. Вы вообще открываете для меня каждый раз что-то новое. Талантливо, смело. Агни проходит в финал. Этап сейчас. Самая-самая жесть. Это будет тяжелый по атмосфере номер. Он про выбор. Про выбор каждого из нас в жизни. Просто мы выразили этот выбор за счет своего стиля. Я тоже сделала свой выбор в сторону танцев когда-то. И думаю, каждая из нас это сделала. Если вдруг так сложится, что сегодня на проекте будет ваше заключительное выступление, то это ваше последнее выступление в принципе. Да. Мы думаем об этом каждый день. Мы сейчас наблюдаем завершение какого-то этапа истории, ну, этой команды. Это как летний лагерь, наверное, знаешь, когда ты со своей командой, потом оно заканчивается, все разъезжаются по своим домам. И вот это чувство пустоты. Их еще оно нагонит, когда они сами еще осознают то, что это все, это конец.
сейчас увлечены этим процессом. Подумаем уже после того, как все произойдет. Настюх, ты чего? Я пока не готова прощаться. Не в этом номере. Честно. Я очень надеюсь, что мы сможем и еще недельку вместе потанцевать. Крид, как тебе выступление? Я вижу, что ты еще в номере, как будто бы, да? Как будто ты что-то обдумываешь. Да нет, не обдумываю. Я просто рад, что я вижу такое в России. Я не знаю, я очень сильно удивлен и благодарен вам за то, что... Ну, блин, я просто, знаешь, вот я весь номер гордился. То, что это... Это наши девочки, наши, да? Наши девочки, вот и они... Огромное вам спасибо. Офигеть. Все было очень красиво для меня. Очень красиво. Егор Дружинин. Из плюсов я всегда являюсь большим поклонником того, как разложена хореография ритмически. И с этим, конечно, Настя справляется филигранно. И кроме нее, пожалуй, никто так и не умеет. И, возможно, в будущем и не сумеет. Мы все вместе. Мы все вместе, Егор. Да, конечно. Все вместе. Рассказывай мне. Все вместе. Вот. А что касается минусов, их, пожалуй, нет, на мой взгляд.
Спасибо. Вы, против вас две мощные команды. Ну, будем честно говорить. Ну, мощная и сильная. Для зрителя было очень неожиданно, наверное, что победил Влад, потому что, конечно, вип-хеды — это такие одни из фаворитов сезона. Ну, просто хоть чуть-чуть, немножко. Ой, я вообще не тот человек, который радуется. Вот 10, скажу. Это правда. Да. 5 минут радости и хватит. То есть вы вынесли две команды крутейшие и еще чуть-чуть получили потом? Ну, конечно. Она прекрасно знает своих детей, она прекрасно знает, как с ними надо общаться. И они прекрасно знают ее, они знают, что она их очень любит. Если мы все будем весело радоваться тому, что мы прошли, то дальше мы пройдем. А сейчас совсем, ну, то есть, как бы, женщины на стрипах, идите. Когда они выиграли Крамперов, тут все начали: так, что случилось? Все не по плану. Я не вижу причин, по которым Blast не должны выигрывать свою категорию. Я думаю, что если они станцуют так, как они станцуют, то они будут в суперфинале. Приехала домой, ну и там с друзьями-хореографами рассуждала, и первое, что я сказала: я не знаю, как выиграть Агни. Думала об этом и для себя стратегию эту не придумала. Так, я могла бы сказать очень много воодушевляющей лирики, типа о том, как далеко мы зашли. Можно? Много команд мы победили, но я не приверженец такого подхода. Мне нужны холодные головы. Не ошеломляющие безумные танцы, а холодные рассудительные головы, несущие ту эмоцию и те мини-сюжеты, которые задуманы. Я желаю вам большой удачи и большой слаженности во время выступления. Thank you.
супер круто. То есть мне понравилось все, и у вас такие сложные элементы были. Я такой, так, окей, это же команда, ну, вроде подростки, да? Но супер все профессионально. Это какой-то такой супер четкий сумбур. Это сложные сочетаемые вещи, но так круто на меня сработало. Спасибо очень большое. Круто. Я рад, что вы в финале. Спасибо. Вы достойны. Вы достойны. Очень крутые. Очень крутые, вот. Правда. Вот меня и... Я не скажу прям, что сильно вдохновляют ваши постановки. У вас настолько насыщенный номер образами каждый раз, что хотелось бы туда добавить немножечко живости эмоций. Потому что работу иногда вашу видно внутри. Куда уж живее-то? Что, не, ну есть для меня лично, для моего вкуса, небольшая помарочка и все. А так я прям в восторге. Вы молодцы. Мы вас услышали. Спасибо большое. Егор Дружинин, что у тебя по эмоциям? У меня нет никаких сомнений, что вы абсолютно заслуженно находитесь в финале проекта «Новые танцы». Это точно, да. Да-да-да. Спасибо! Я удивлен тому, насколько все выверено. И, знаете, это как вот придумывать какую-то сложную схему, и ты понимаешь, что она, может быть, сработает, если все сработает идеально, но где-то обязательно же кто-то киксанет, кто-то занервничает, кто-то сделает полшага влево вместо того, чтобы сделать полшага вправо, у кого-то вообще белый лист. Нет. Как такое может быть? Что за компьютеры у вас там вместо голов, я не знаю, но... Наверное, надо похвалить ваших хореографов, ваших педагогов. Ну что, последнее выступление в финале. Да. Третья команда. Мы вас ожидаем. Удачи вам! А не обманываешь ли ты меня? А? В среду. Новое шоу, где все врут всем. Меня обманули две одинаковые женщины. Близняшки. Близняшки. Мы повстречались какое-то время втроем, но потом понял, что это не очень хорошо. Втроем? С близняшками? Вообще кайф, согласен. Да. И тебе было... Некомфортно? Только один из них может перепрыгнуть человека в полный рост. Я иду ва-банк. Давай! Два. Номер два. Мы попросим вас продемонстрировать свой навык. Тимур, ты гонишь реально? «Я тебе не верю». Новый выпуск. В среду в 9 вечера. Я за одну минуту расстегну 33 лифчика одной рукой. На ТНТ. Dance with me, dance with me, bounce. Что, последнее выступление в финале. Третья команда. Split the darkness. Break the light. Эллинс, это вообще загадка для меня, как и Кирилл Цыганов. Спокойный, тихий, не видно, не слышно. Бам, Кирилл чемпион на проекте «Танцы на ТНТ». Бам! Уже в финале. Вот ты смотришь на его команду, и все, оно тебя поглощает. Тебя это действие, оно забирает. Среди всех команд, которые у нас сейчас остались, у них самое большое именно как раз-таки внутреннее составляющее. Именно эмоциональное. Для меня моя команда «Эллинс Крю» — это мои люди. Это скромные трудяги. Это дом, любовь, вдохновение. Это безграничность, любовь и забота. А там не слышно, как сердечко бьется? Я восхищаюсь, во-первых, что это друзья мои, а во-вторых, что эти люди со мной в команде. Это дом с большой душой и сердцем. Где ты можешь танцевать то, что ты хочешь, испытывать эмоции, тебе дают свободу в этом. «Эллинс Крю» — это глубокое душевное состояние, которым хочется делиться.
для меня не сильно важно, чтобы мы прям заняли первое место в этом проекте, потому что все, что я хотел, оно происходит. Я впервые увидел такую работу в своей команде. И я этому безумно рад, и я безумно горжусь ребятами. И хочется сейчас своему танцу себе уделить время. Не знаем, поймут нас, не поймут, но думаю, нам 100% будет хорошо, и от этого будет хорошо зрителю. Always keep your heart open. Действительно помолчать немножко, осознать, что это было за чудо такое. Я не знаю, как там передалось вам через экраны, но нам тут было очень хорошо. Странные чувства вызвал у меня этот номер, и, может быть, именно такие он и должен у меня вызывать. Спасибо вам за мысли. Спасибо. 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 Мигель. От вашего командного духа, от того, как вы чувствуете друг друга, от того, насколько вы сильно помогаете друг другу в танце внутри. Вот это меня сильно поражает каждый раз и не удивляет то, что вы находитесь сейчас в финале, потому что именно командный дух ваш, конечно же, вас сейчас несет. Поэтому спасибо большое. Спасибо, Мигель. Егор Дрыженин. Честно сказать, вы меня заинтриговали тем, как вы вышли и тем, как вас приняла публика, чуть больше, чем сам номер. Во-первых, я его не до конца понял. Что касается самой хореографии, то она меня, ну, не удивила. Мне казалось, что и кажется, и будет казаться, что вы способны на гораздо большее, потому что то, как вы наполнены артистически на сцене, оно дорогого стоит, и мало у кого это получается. Но разгадать вас тяжело, скажу вам честно. Вот. Но, может быть, в этом и принцип. Пусть зритель находит свои ключики и открывает эти двери. Спасибо вам. Спасибо. На вас очень интересно смотреть.
спасибо за эту работу. Давайте позовем на эту сцену ваших конкурентов. Лучшие команды первого сезона проекта «Новые танцы». Вот они. А сейчас мы определим победителя. И начнем мы с Егора Дружинина. Девочки, на мой взгляд, это было безупречно, поэтому я голосую за вас. Егор Крид. Я хочу поддержать молодую кровь. Мигель, решение за тобой. Агни, вы знаете меня давно уже. Я не очень люблю стрип. Я не очень люблю фреймап. Меня каждый раз поражает то, как с помощью этого стиля, который для меня не такой уж сильно выразительный, вы можете выразить столько всего на сцене, вы можете рассказать такие истории. Это, конечно же, очень сильно вдохновляет. Браво. Дети. Вот тот спортивный дух, который у вас присутствует, да, вот, наверное, за ним мы иногда и охотимся, хоть иногда он мне мешает, когда я вижу на сцене артистов. Но за это вам браво, если вы умеете драться за первые места вот так, как вы делаете это сейчас, это вам сулит очень большое будущее. Спасибо большое. Инопланетяне, привет. Очень много было сказано слов по поводу ваших номеров, по поводу вашей работы. И действительно, приравнивались некоторые из них к искусству настоящему, и таковыми являлись. Вы огромные молодцы. То, что у вас внутри творится коллектива, то, как отношение друг к другу, ну, как бы даже то, как вы стоите сейчас, да. Я понимаю, что это ценно, ни в коем случае не спускайте это никогда. Это очень неожиданный выбор для меня сейчас. Не люблю фреймап. Но это действительно было идеально. Агни стали победителем в номинации команды. Как вы слышите? Зал визжит, потому что, ну да, они стали, можно сказать, народными любимицами. Молодцы. Ну, рада, что мы хорошо постарались, но очень далеко зашли. Главное, что мы хорошо выступили. Молодцы. Так. Как вам? Хорошо. Хватит, я сейчас тоже начну. Хотелось выиграть, потому что они этого достойны. В этом выпуске определятся финалисты первого сезона супершоу «Звезды в Африке». Смотри в воскресенье в новом выпуске. Праздничный обед. Не скажу, что это вкусно. Новое ужасное испытание. Это издевательство. Мона Лиза тебя ждет. И последний выбор. Троим звездам нужно будет проголосовать. Они уже договорились, как это сделать. Но мы с Олей сейчас путаем их карты. О, как. Борьба за место в финале началась. «Звезды в Африке». В воскресенье в 8 вечера на ТНТ.